Всем привет! Мы сегодня на рыбалке находимся. Вот. Увезли нас очень далеко. В море сколько, Надя, километров сказали? 7 километров? Что-то так, мне кажется. Тут нету 7 километров. Поймала уже вон. Зубарик есть. Смотрите, какой огромный. Вот он. Ой, ну вот, потихонечку ловим. Рыбалка такая трудовая. Целый день машешь, 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 машешь. То навага попадется, ну и зубарик. То пока тянешь, тянешь, он раз на полпути оборвался, ну, сорвался с крючка. Зубарь в этот раз вообще поклевок не дает, поддающих. Так вот просто удочку дергаешь, смотришь, есть там рыба, нет. Он там, оказывается, висит как навага. Морозик поддает. Вот смотрите, какие сегодня лошади. Хочу половить на две удочки, но это вот с катушкой плохо спускается. Леска подмерзает. Смотри. Девочки. Похоже, что мы попали на жор. Крупная она сегодня корюшка. Руки мерзнут. Ловится и зубарик, и навашка. Thank you.
еще нет. Скользнули. Вот это корюшка, смотрите. Огромная просто. Спина какая толстая, как красноперка. Такую, наверное, только на котлеты можно. Погода сегодня отличная. Днем было даже тепло, да? С утра хорошо так половили, хорошо намахались. Пока одну удочку достанешь, пока вторую удочку достанешь. Глубина хорошая, такая 25 метров. Зубарик сегодня крупный. Даже есть такие слоняры прям. Надо будет завесить, посмотреть, сколько он весит. Буранчик с красным флагом. Самый большой зубарь, который поймался. Смотрите. Линейки не хватает. Хвост вон торчит. Ну, еще, наверное, сантиметра два. Полтора придумываешь. 32 сантиметра. И вес у него, Вова, сколько сказал? 270 грамм. 270 грамм. Вот он какой. Вот, вот такой зубарище. Вот такая вот спинка. Толстая. С ним не так больше. Сушить. Что-то он какой-то пузатый, как будто бы это. И с икрой, что ли. Такая самка бывает. И он просто накушенный. Вот весь мой улов. Взвесила уже. 4 килограмма поймала сегодня. Весь такой крупный. Ну, мелкий то, но не мелкий, а средний есть. Такой обычный. Вот он. Вот он. И вот он. Ух, ух. Жарю на вашку, она вон вся скрутилась, потому что свежая. Это вот корюшка, видите, тоже начинает скручивать. Свеженькую рыбку покушать.
Спасибо.